Всем привет! Не помешу, да? И сегодня мы поговорим о домашних питомцах. И первый у нас это кролик. Вот в руках у меня, поэтому я не помахала вначале. Первая причина завести домашнего питомца – это то, что вы можете ему подарить имя. А меня зовут Бак. Ну, давайте ему дадим имя. A few moments later. Имен много. Давайте его назовем Элвин Три Восьмерки. Вот Элвин Три Восьмерки. Все, я тебе дал имя. Понял? Вторая причина завести домашнего питомца. Можно играть и веселиться с ним. Ну, раз я уже сказал, тогда давайте поиграем и повеселимся. Беру тебя. Ну, для него это и так сложно. Вот, посмотрите. Такой лабиринт идет. Ой, не сюда, топ-топ-топ. Иди сюда, да, молодец. Он проходит лабиринт. Он умница. Теперь квест. В какой коробке кролик? Запоминайте. Игра. Отгадайте, где этот залез. А? Так. Есть, я его спрятал. Ну что? Он вот в этой. Ну вот. Все. 1, 2, 3. Отгадывайте в каком. Пишите в Инстаграм, так как закрыли комментарии на детские каналы. Если вы не знаете мой канал, то вот. Так, пишите. 1, 2, 3. В какой из них? Время пошло. Так, в какой коробке? Не буду говорить, лучше сами узнайте. Ну что, мы двигаемся дальше. Итак, третья причина. Вы можете с ним ходить на прогулку. А, он прямо под вами. Иди ко мне. Ну, поехали на улицу. Нормально вообще? До чего мы докатились? Хотя, зачем улицу? Там прохладно. Дома прогуляю его. Ну, хотя бы часик погуляем. Не подумайте, я не черствый. Смотрю ему в коляске. Ему не хочется, поэтому купил такой поводочек. Иди сюда. И... одеть поводок еще та задача. То ты не хочешь в коляске, то ты поводок не хочешь одевать. Может, ты хочешь со мной просто погулять? Хотя можно просто взять и полежать. Залазь, ты на меня любишь полазить. Четвертая причина завести питомца. Вы можете его кормить, это также интересно. Так, все. Чай для кроликов. Идеально. Так подойдет. Ребята, а как вы думаете, что любят кролики поесть? Морковку и яблоки. Тем временем... закипает чайник! Убираем. Фух. Пора кормить. На, подходи, пей. Давай, изучай. Вверху, вверху, вот тут вот. Тебя наклонить. Еще одна причина завести питомца. Можно сделать селфи. Супер селфи. И теперь у меня самые крутые фотки, и все будут завидовать. А вы эти фотки можете увидеть в Инстаграме. А мы двигаемся дальше. О-о! И еще
еще одна причина. С ним никогда не будет скучно. Ну, вы видите, почему. Он умеет шкодить, как и мы. Поэтому всегда с ним будет весело. А с диваном я не знаю, что делать. Мама очень сильно обрадуется. Ну что, шкодник, пойдем убираться. Судя по вам, вышло мощно.